Число категорий жителей, которым доступна вакцина, сегодня быстро расширяется, а значит, и желающих сделать прививку становится все больше. До недавнего времени мобильная бригада работала только в торгово-развлекательном центре «Вегас». Недавно был открыт новый прививочный пункт в кинотеатре «Искра». Желающим получить вакцину достаточно иметь при себе паспорт, полис и СНИЛС. Это касается всех граждан, плюс еще дополнительное исследование гражданам 65+. Это обязательное проведение иммуноферментного анализа на наличие антител к COVID-19. На месте работы мобильной бригады соблюдаются все санитарно-эпидемиологические требования. Препарат гамковид-вак, более известный под названием «Спутник В», содержится в специальном холодильнике. Ампулу размораживают непосредственно перед прививкой. До вакцинации пациенты в обязательном порядке проходят осмотр врачом-терапевтом, а их самочувствие контролируется в течение получаса после введения вакцины. У меня хронических заболеваний нет, поэтому я немножко так не опасалась. Этого не боялась, честно говоря. Как себя сейчас чувствуете? Прекрасно, прошло уже, как говорится, вот несколько минут, пока все нормально. Мобильный пункт вакцинации в кинотеатре «Искра» будет открыт каждые выходные с 10 утра до 3 часов дня. И найти его легко. Достаточно лишь пройти по стрелкам-ориентирам на фасаде здания. Александра Столярова, Александра Логинов, Елена Кошелева. Видное ТВ.